Так, у вас желание есть выступить? Я уже выступала. Еще есть? Нет? Не хотите еще? Так, вы выступали, да? Так, а вот не могли бы вы высказать свое суждение по поводу того работы в целом? Потому что мы уже подходим не к разбору частей, а уже, так сказать, все заканчивается у нас. Так, у вас есть такая картина? Более понятными или более непонятными? Более понятными. Так. Потому что дальше он начинает вот Святого Макса. Вот это мне не очень понятно, поскольку я даже не очень представляю, что они из себя представляли сами, и чем они занимались, и что писали. Ну вот, наверное, так, если смотреть структуру работы, да, наверное, согласитесь с тем, что вот основное такое идейное позитивное богатство, оно содержится в начале, так сказать, в первой половине. А дальше идет такая, можно сказать, тотальная критика противников этих взглядов. Причем тогда, видимо, это были шумные противники, они тогда имели какой-то авторитет в рамках, так сказать, немецкой такой философской тусовки. Но на сегодняшний день, в том числе после этой критики, они, так сказать, не представляют собой каких-то фигур, по которым можно чему-то особенно научиться или что-то у них такое большое взять. Там вы видите, что главное, что делают Маркс и Энгельс, обращают внимание на несамостоятельность вот этих всех трактовок. То есть ничего они такого нового не дают, они под видом нового. Либо они, так сказать, откатываются к Гегелю, но уже к Гегелю упрощенному, так сказать, не беря из него диалектику. Посмотрите, вот во всей этой работе «Немецкая идеология», там, в общем, Гегель особенно и не критикуется. Хотя ясное дело, что они здесь выступают как материалисты. Гегель, как известно, является идеалистом, объективным идеалистом. И тем не менее, так сказать, именно потому, что его позиции вполне последовательны, вот это, во-первых. Во-вторых, они достаточно всесторонне разработаны, и поэтому там есть что почерпнуть. Есть возможность подчеркнуть связь категорий, есть понимание того, как идет развитие и так далее. То вот если взять тех, кто нападает на Гегеля со стороны немецких социалистов, так называемых, то можно обнаружить, что они и философы плохие, и социалисты плохие. Ну и если их там называют святыми, Маркс и Энгельс, ну это так в порядке, так сказать, критики и в порядке, так сказать, как некоторого ехидства, правда? Вот Святой Макс, там, речь идет о Штирнере и других. Вот. Ну и они перебирают вот разные вещи, хотя там есть во всех этих дальнейших положениях тоже есть интересные такие места. Ну, давайте мы изменим ход наших, так сказать, действий и пройдем по некоторым моментам. Вот, так сказать, какое-то немалое значение уделяют Маркс и Энгельс Фейербаху. Ну, к Фейербаху они относятся, естественно, с уважением, да? С уважением. И говорят не о том, что он, так сказать, неверно что-то излагает или ошибочно. Они говорят о том, что он не пошел дальше. То есть он не пошел дальше, так сказать, созерцательности. Вот. Его философия – это философия материалистическая, это философия, которая признает, что первичной является не сознание бытия, но она ограничивается тем, что она именно рассматривает сознание как некое зеркало общественное. Это общественное зеркало правильно отражает материальную действительность. И, собственно, и все. А что касается позиции авторов, у них позиция
как ни странно, выражена особо ярко в той работе, которая предшествует немецкой идеологии, вот в томе «Собрание сочинений», это в тезисах о Фейербахе. Там говорится о том, что недостаточно только мир отражать, а задача состоит в том, чтобы его этот мир преобразовать. То есть преобразующая функция, практическая функция, в том числе и производственная функция, в том числе и трудовая функция, и в том числе и революционная функция, они у Фейербаха отсутствуют, а у Маркса присутствуют. То есть Маркс и Энгельс представляют более развернутую материалистическую философию, чем философия Фейербаха. И поэтому, потому что они использовали то богатство, которое имеется в системе Гегеля, а именно диалектику, их новое учение называется диалектический материализм. А вот то, чем мы с вами больше всего занимались, а мы изучали роль производства по отношению к остальным сферам общества, и это достаточно обстоятельно раскрыто вот в первых разделах немецкой идеологии. И это, в общем, может быть названо историческим материализмом, потому что это применение материализма к истории. И этого мы не найдем ни у Фейербаха, ни у Гегеля. Ну и вообще это, можно считать, на сегодняшний день является новейшим словом, вот, так сказать, философии социальной. Потому что социальная философия должна изучать общество, а общество она должна изучать, во-первых, с позиции преобразования этого общества, а не только с позиции отражения его. А во-вторых, она должна понимать, как устроено это общество и какова здесь роль материального производства во всех, так сказать, сферах этого общества. Альтернативой историческому материализму мог бы быть идеализм, правда? Раз противоположная концепция, идеалистическая, она тоже претендует на всеобщее изображение мира. Но тогда, если идеализм применяется к истории, объективный, то это что будет? Исторический идеализм. И вот вы, наверное, знаете и заметили, вот вы уже, так сказать, в этом смысле старожил на факультете, да? Можно сказать, 3/4 пути прошли. Вы слышали, чтобы кто-нибудь сказал, что я стою на позициях исторического идеализма? Нет. Вот не далее, как на прошлой неделе, я в четверг выступал оппонентом по диссертации, докторской диссертации Протопопова, которая называется «Система абсолютного идеализма», вернее, «Категория ничто и принцип негативности в системе абсолютного идеализма Гегеля». Диссертация по истории философии. Интересная работа и хорошая, и актуальная. Ну и вот там мне приходилось вот непосредственно отмечать, я вот так же, как вас спрашивал всех членов совета, ну вот кто-нибудь может выйти и сказать, у нас, мы знаем, что у нас есть приверженцы идеалистических концепций, в том числе и субъективного идеализма, скажем, в чем выражается субъективный идеализм. Вот у нас недавно на кафедре аспирант выступает с таким докладом, который, это я вам рассказываю, чтобы не казалось, что то, что мы изучаем, это, так сказать, что-то такое прошлое и все. Оно, с одной стороны, прошлое, но у нас прошлое присутствует и в виде вот тех концепций, которые критиковали Маркс и Энгельс. То есть эти концепции, за которыми там стоял Маркс, Стирнер и другие люди, которых вы и не знаете, они, так сказать, снова вот тут воспроизводятся в достаточно большом количестве. И вот этот аспирант говорит, что вот он изучает события в медиапространстве. И говорит, что событие есть тогда, когда его осмыслили. И пока его не осмыслили, его нет. Я так тихонечко спрашиваю его, а сколько должно человек его осмыслить, чтобы событие это было? Он говорит, ну, по крайней мере, один. Спрашивается, а если его нет, что осмысливать? Вот что можно осмысливать, пока вы не осмыслили его? Нет. А раз его нет, что осмысливать-то? Вот я по этому поводу, так сказать, вот рассказал этот эпизод и
на ученом совете. Довольно забавная конструкция и концепция. Она широко распространена сегодня. По-другому это выражается примерно таким образом, что вот нечто есть, если оно наделено смыслом. А если оно смыслом не наделено, то его нет. То есть тут не осмыслить, а смыслом наделяет. Ну, я спрашиваю докладчика, это, наверное, не вы, не я наделяете, а кто-то... Он говорит, ну да, трансцендентно. Так сейчас как-то не принято говорить Бог, высшие силы, или там, можно сказать, три уровня бытия. Бытие обычное, сознание, бытие в сознании и трансцендентное. Ну, хорошо. Значит, пока его не наделило вот это вот трансцендентное смыслом, то его нет. Ну, раз его нет, нечего и наделить. И все рассыпается. Все рассыпается совершенно, потому что люди даже не увязывают вообще то, что они говорят, так сказать, с содержанием. С логикой. Но если его нет, кто же будет наделять то, чего нет? То, чего нет, нельзя наделить ничем. Даже если это Бог. Ну, тогда я должен сначала его создать, потом наделять. А тут оно есть только тогда, когда оно наделено. Вот такая картина. Так что это все очень актуальные вещи, широко распространенные. Я не знаю, насколько вы знаете там современную литературу по этой части, поскольку все-таки вы культурологи и так немножко, так сказать, в другом ключе рассматриваете эти вопросы, но я думаю, что вы наверняка с этим столкнетесь обязательно. Ну и при всем том, что, так сказать, прямых приверженцев, которые бы придерживались исторического материализма, сравнительно немного, хотя вот у нас на кафедре есть заслуженный деятель науки Владимир Григорьевич Марахов, который был в свое время заведующим кафедрой нашей социальной философии, философии истории, а раньше у нас была кафедра исторического материализма. Вот. Он почетный профессор нашего университета. И он однозначно, так сказать, придерживается таких позиций. Другое дело, что вот в 90-е годы народ побежал, так сказать, от марксизма куда-то назад. Ну и, казалось бы, если он побежал назад, он должен, наверное, шаг назад, и будет Гегель. Но сначала Фейербах. Но на Фейербахе не задержались, допустим, остановились на Гегеле. Нет, на Гегеле тоже не задержались, потому что Гегеля изучать не просто. Он слишком серьезный, и бросили Гегеля, и начали растаскивать философское богатство Гегеля. Знаете, как бывает, когда пожары или когда дом оставляют, его начинают разграблять. Один у них тащил диван, другой – кровать, третий – холодильник, четвертый, значит, рукомойник. И вот что получилось с системой Гегеля. Значит, есть у нас в системе Гегеля первая книга «Учение о бытии». Хорошо. Значит, это изучает онтология, изолирована от всех остальных категорий. От категории сущности, от категории понятия и, соответственно, от следующих двух томов «Науки логики Гегеля». Затем открываем мы учение о сущности, там находим существование. Существование – это бытие в условиях и с основанием. При наличии это бытие, при наличии основания этого бытия и условий. Когда для какой-нибудь сути дела, пишет Гегель, созданы все условия, она вступает в существование. И вот изучается это Гегелем, и потом совершается переход к следующей категории. За существованием идет явление, а у явления есть закон. У каждого явления. Спокойно, в явлении это закон. Что получается? Есть целая теория экзистенционализма, то есть существование, которое вытасывается, выхватывается и представляет собой некую самостоятельную концепцию, а раз оно берется уже без основания и вне связи с предыдущим бытием и с последующим явлением, это просто, так сказать, бытие. И на самом деле оно из существования превращается в бытие. Затем есть такая, ну, наверное, вы знаете, так сказать, такая теория, как феноменология. Как бы люди хотят увидеть явление, но если я хочу видеть явление и не хочу проникнуть в сущность этого явления, то это примитивная, так сказать, такая поверхностная конструкция. У каждого явления есть закон, и сущность – это категории однопорядковые.
Поэтому феноменологи рассматривают как бы явление без сущности. Это не значит, что не надо явление рассматривать, но явление надо рассматривать во всей системе категорий и с тем содержанием, которое в него, которое уже Гегелем раскрыто. Или, скажем, герменевтика, тоже слышали, это уже ближе, так сказать, к вам. Так? Что такое герменевтика? Как нам объяснять? Это искусство понимания. Ну, у нас есть два факультета искусств. Один называется факультет свободных искусств и наук, который возглавляет бывший мой дипломник Кудрин и бывший министр финансов. А еще есть у нас факультет искусств, который возглавляет Гергиев. Где он находится, честно говоря, не знаю. Вот факультет свободных искусств и наук находится на Красной улице. Бывший, вернее, ранее Красная, а сейчас она Галерная. Около Крюкового канала. Где-то на 10-й линии перед Малым проспектом. На 10-й? Да, перед Малым, там, по-моему, здание бывшей школы. Да? Там находится факультет искусств, да? Да. Ну вот, ну я просто там не был, не знаю. Ну, два у нас искусства. Ну, если это искусство, понимание, ну, так это тогда искусство. А если это понятие, тогда это друг постижение в понятиях. У Гегеля в феноменологии духа очень ясно разъяснено, что есть три формы постижения мира. Первое постижение мира – религиозное, то есть когда земные наши вещи фантастически изображаются в виде того, что происходит на небе, так сказать, в области там, такого выдуманного человечеством мира. Второе, но это не значит, из этого следует, что это, если это некоторая форма отражения мира, то нельзя отмахиваться просто от религии и нельзя думать, что она что-то не дает в смысле постижения. Да, дает, конечно, это форма постижения мира. И там, скажем, изучение Библии обязательно, так сказать, и полезно для тех, кто хочет изучить историю и культуру, так сказать, человечества. Правильно? Второе. Вторая форма постижения мира – это постижение мира в образах. Постижение мира в образах резко отличается от постижения мира в понятиях, потому что когда люди находятся на концерте, сказать, что они вот именно конкретно какие-то мысли должны получить в результате вот слушания музыки, или в результате того, что они восхищаются скульптурой или другими произведениями искусства, архитектуры, живописи, у каждого свои мысли, но, скажем, их это потрясло, это потрясающе. То есть они проникся чувством, хотя, скажем, музыка может навевать грусть, может настраивать на веселый лад, но это не значит, что она вот буквально дает какие-то там понятия, понятия и конкретные мысли. Поэтому, когда вот вы в филармонии получаете бумажку, на котором говорит, что здесь вот эта музыка наполнена философией того-сего, это, конечно, разговор, который на совести того, кто это написал. Потому что у вас одни мысли, у меня другие мысли, у третьего третьи мысли, когда он воспринимает музыку. Но это форма постижения мира. Обратите внимание на формулировку «постижение». А высшая форма постижения мира, доказывает Гегель в «Феноменологии духа», это постижение мира в понятиях. А вот постижение мира в понятиях уже наука. Научное постижение мира. И это не значит, что научное постижение мира является единственным, единственной формой постижения мира. Но это значит, что оно не должно смешиваться с постижением в образах, это искусство. И когда скульптор обтесывает, так сказать, гранит, чтобы получить гранитную скульптуру, конечно, он занимается вроде физическим действием, обтесывает камень, но цель этого вида деятельности – образ создания художественного образа, правильно? Вот. Это, так сказать, тут забывается, и попытка это смешать одно с другим, вот, так сказать, вот это уже то, что сейчас получается вот в этом течении, которое называется герменевтикой. Можно сказать, что вот эти вот течения, они, поскольку, как всякое научное течение, в себе что-нибудь положительное содержат, обязательно, не бывает такого, чтобы не носило в себе каких-то положительных, позитивных элементов. Но в целом это, конечно, это откат назад. Нет, не движение дальше от Гегеля, которое означает, что надо изучать и бытие, и существование, и надо изучать явление, надо изучать сущности, надо их увидеть их единство, надо изучать бесконечное и конечное, надо понимать, что такое
идея, что такое абсолютная идея, что такое механизм, что такое химизм и так далее, что такое целеполагание, телеология. Вот, все это требуется рассматривать, и это гораздо богаче, потому что оно все в связях, все это цельную систему представляет. И ту цельную систему, которую Маркс и Энгельс не разрушили, а которую, так сказать, еще продолжали развивать, применив еще, вот разработав этот метод исторического материализма, который состоит в том, в указании на то, что определяющим в конечном итоге в человеческой истории является производство непосредственной жизни. Производство и воспроизводство непосредственной жизни. Так. Вот Новый Завет. Есть такой разделчик, там «Я». Экономия Нового Завета. Здесь можно некоторые мысли подчеркнуть в отношении соотношения экономики и права. Хотя здесь каких-то вот буквальных категорий еще пока, каких уже выдержанных, вполне отчеканенных, которые в более поздних произведениях появляются, еще нет. Что такое вообще экономика? Вот как бы вы ответили на этот вопрос? Вот это опять из цикла тех вопросов, которые относятся к категориям, можно сказать, широко распространенным. Все об этом говорят. Ну, есть такие люди, которые не слышали слова «экономика». Таких людей нет. Есть такие люди, которые не употребляли слово «экономика». Таких людей тоже нет. И вот задаешь вопрос, что это такое. Надо сказать, что, конечно, вот изучение даже этого произведения всех определений не дает. Ну, поэтому я по возможности дополняю это. Что такое экономика? Сфера жизни общества, связанная с производством, обменом, распределением, потреблением. Ну, можно так, сфера жизни общества, связанная с производством, обменом, распределением, потреблением. А можно просто сказать, что это производство, взятое как воспроизводство, как повторяю, постоянно воспроизводящееся. Если оно постоянно воспроизводится, это производство, не разовый акт такой, что произвели, как говорится, воду выпили, бутылку выбросили. Вот так иногда поступает у нас наше производство или экономика. Надо доследить этот процесс до конца. А производство по определению – это процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Раз речь идет о присвоении предметов природы в рамках определенной формы общества, значит, надо рассматривать его не как одноактный процесс, а как постоянно повторяющийся, как воспроизводящийся. И при этом не обязательно тут имеет место обмен. Не во всех обществах есть обмен. Обмена нет при первобытно-общинном коммунизме. Обмена нет тогда, когда есть единая общая собственность и в коммунистической формации общественно-экономической, выступающей после капитализма. Потому что для того, чтобы был обмен, надо, чтобы была частная собственность. Я даю вам, вы даете мне. Я вам не даю, если вы мне не даете, вы мне не даете, если я вам не даю. Обмен – это взаимное и взаимообусловленная передача чего-либо, принадлежащего двум субъектам. Или это взаимное отчуждение продуктов труда и иных объектов собственности на основе свободного договора или соглашения. Что значит на основе свободы? Никто не может вас заставить мне передать эту вот авторучку, которую вы пишете, и никто не может меня заставить передать вот этот, так сказать, вот буклет и сказать, и потребовать, что вот давайте я вам даю буклет, а вы мне авторучку. Ну вот если вдруг вам почему-то этот буклет понравился, вы можете на это согласиться, а можете не согласиться. То есть это предполагает по существу частную собственность, и частная собственность и обмен – это две стороны одного и того же отношения. Если нет частной собственности, нет обмена. Поэтому и сферы этой нет. А распределение, конечно, есть. И потребление есть. Но вот если вы берете производство как воспроизводство, тогда у вас в этом случае потребление – это тоже производство. Можно рассматривать потребление как процесс производства человека? Можно? Можно.
вполне. И, скажем, и воспитание детей как процесс производства, и человека, и будущего работника, который войдет в это производство. То есть, вот если вы берете производство как постоянно повторяющийся процесс, то тогда вы все рассматриваете как производство, а не просто как потребление. А можно и производство рассматривать как потребление, потребление сырья, потребление материалов, потребление энергии. И вот такое жесткое, так, грубое разделение на вот такие фазы, оно, с одной стороны, является правильным, но относительным. Потому что все можно рассматривать и как производство, всякое потребление, а с другой стороны, всякое производство, как тоже и потребление. То есть это вот такие взаимосвязанные моменты единого целого. И вот это единое целое, живое целое, такое производство, которое является постоянным воспроизводством, и есть экономика. Ну, тогда вот понимание экономики становится таким вот более богатым, потому что тогда сюда включается в эту экономику и строительство жилья, домов, и медицинское учреждение, правильно? И, между прочим, образование. Вот. А для образования, как вы понимаете, нужно. Вот сейчас вы наблюдаете, что вот мы идем сюда на занятия, люди в это время продолжают завершать ремонт и так далее. Этот процесс тоже все время идет. Здесь закончится, в другом месте пойдет. То вот было пустое место у школы менеджмента, Михайловская дача там в районе Петергофа. А теперь вот недавно там уже президент и глава администрации президента присутствовали при открытии вот нового учебного комплекса, который открыт на бывшей Михайловской даче там. То есть этот процесс идет, развивается. В то же время, если вы войдете вот во двор нашего главного здания, вы увидите там бывшее здание Института физики в совершенно ужасном, страшном состоянии, которое, так сказать, ну как бы противоречит тому, что наш университет богатый и такой развитой, потому что тут прямо в самом центре, напротив Исаакиевского собора, находится вот такое полуразрушенное строение. Причем это был действующий институт. И когда делали текущий ремонт, вскрыли полы и обнаружили, что там ртути много разлит. И его вынуждены были закрыть для таких постоянных занятий, там очищать, убирать эту грусть, эту ртуть, которая представляет собой, как известно, яд. Ну вот этот процесс, так сказать, надо тоже рассматривать с точки зрения. Все равно наступит время, когда его тоже поставят на капитальный ремонт, возобновят. И если только постоянно возобновлять то, что уже имеется, оно продолжает существовать, как те производительные силы общества, или как его материальный базис. А материальный базис его – это и материальный базис, находящийся не на заводах и не на фабриках, в том числе и материальный базис, должен быть Академия наук, материальный базис, там, синхрофазотроны и различного рода приборы, и сами издания, и сооружения, и так далее. Скажем, космический аппарат – это материальный базис, правда? Все это составляет собой материальную основу движения общества. Вот эта материальная основа движения общества и есть экономика. Взятая как живое явление, постоянно развивающееся, а не как некая, так сказать, вот, ступень или просто, так сказать, некая сфера, которая вращается сама по себе. Она, во-первых, не сама по себе, она определяющим является для всех остальных сфер в конечном итоге – и является всеохватывающей сферой. Так. Право что такое? Поскольку там речь пошла о праве, вот в этом самом, в разделе Новый Завет. И дальше вот есть целый раздел «Право». Что такое право? Тоже вы слышали, что вы скажете по поводу права? Вот интересно. Здесь тоже я бы сказал, что вот это может быть даже и трудно еще понимать по той простой причине, что ну вот Маркс и Энгельс, они знают, что такое право, и считают возможным или не считают необходимым давать ее определение, как бы вы тоже должны понимать, что это такое. И с этой точки зрения критикуют своих противников. Но мы, поскольку мы делаем анализ, нам нужно для того, чтобы этот анализ был уже четким, определенным, нам нужно все категории эти выстроить. Что такое право? Вот
есть теория, так сказать, прирожденных прав, которые, дескать, к самому рождению у человека есть некие ему прирожденные права. Вот они называются правами человека. И по этому поводу довольно ехидно Чернышевский уже проходился и говорил, что вот что такое права человека? Каждый может есть на золотом блюде, если оно у него есть. У вас есть золотое блюдо? Ну, ешьте на золотом блюде. Нет, право у вас все равно есть. Право-то у вас остается, если на золотом блюде. Как, скажем, у бомжей есть право на жилье? Право на жилье есть. А жилье есть? А жилья нет. А право есть. То есть это, так сказать, вот такая схоластика, что якобы, или там право на жизнь, что человек, ну, еще должен, мало того, что он родился, он еще право, оказывается, должен получить. Это, так сказать, некое, то есть еще обсуждается вопрос, а есть ли у него право на рождение? Причем это, так сказать, обсуждается, пока человек еще в таком состоянии, когда он никак сам не может отстоять такое право, ну, его, как бы, его милостиво, так сказать, право на жизнь дают. Кто ему дает? А он нуждается в том, что ему давали такое право, и раз недостаточно того, что он родился, что надо еще ему иметь еще и право на рождение. Как бы еще и обсуждается, а вы, так сказать, с правами родились или без правами? Хотя там, скажем, есть такое понятие, как незаконнорожденные дети и так далее. Вот они, незаконнорожденные. О. Нарушили закон сам фактом своего рождения. Но это, так сказать, вот это отсталые такие взгляды на то, что такое право. Вот ту точку зрения, которую развивает Маркс и Энгельс, она очень лаконично выражена в тезисе Маркса о том, что право – это возведенная в закон воля господствующего класса. Право есть возведенная в закон воля господствующего класса. Право, возведенное в закон, воля господствующего класса. А что значит закон? Вот дальше есть и раздел второй, закон. А что такое закон? Можете сказать, что такое закон? Но я хочу сказать, что это общая картина. Мне приходится наблюдать. Причем независимо, как и так есть вот принцип относительности, неважно на каком курсе, неважно по какому вопросу, по какому предмету, картина одинаковая. То есть то ли у нас такой дефект общий есть в этом в преподавании, то ли люди сами не задумываются, но со словами повторяют, как малые дети, вот просто за взрослыми повторяют. Там это понятно и оправдано. Но наступает такой период в развитии человека, этот период, по крайней мере, совпадает с получением высшего образования, когда человек должен употреблять те слова, которые он понимает, и в том смысле, в каком эти слова и нужно употреблять. Иначе он продолжает оставаться ребенком. То есть он как бы не выходит из младенческого возраста, и то, за что ребенка, за то, что он правильно выговаривает слова, его за это хвалят все. И он бегло их употребляет, и он, не понимая их смысла, или частично понимая. А вот когда то же самое происходит с людьми, которые претендуют на получение высшего образования, это происходит довольно забавно. Потому что, опять же, вот там право все употребляют это понятие. А вот что касается закона, ну, если мы не скажем, что такое закон, то и право у нас повисает, правильно? Право есть возведенное в закон воля господствующего класса. Значит, если мы не скажем, что такое закон, а что такое тогда право? А что такое закон? Закон – это некая норма. То есть то, что относится только к одному человеку, если будет вынесено государством какое-то постановление, вот в ваш адрес, и все. Это закон? Специально вот вас наградить или осудить. Это закон? Нет. А что значит норма? Норма означает, что это относится, по крайней мере, к двум лицам. То есть некая норма, то есть когда вы применяете одинаковый масштаб различным людям. Себя для этой самой нормы. Запишите себя, пожалуйста. Норма. Почему говорят нормотворчество, когда говорят про законотворчество? Но нормы бывают какие? Нормы бывают
моральные, нравственные, да? А есть нормы, которые не относятся к моральным и нравственным, а вот относятся к тем, которые называются законом. То есть закон – это норма, но какая? Такая, которая защищается силой государства. Не будете эту норму выполнять, тогда предполагается систематическое насилие. Что значит систематическое? Не то, что вот вас обязательно подвергнут насилию, неважно какому. Кто-то будет угрожать, значит, принуждать и так далее. Нет систематического насилия. То есть у государства все расписано. Значит, убийство предполагает у нас смертную казнь или пожизненное заключение. Там воровство – такой-то суммы, вот такое-то количество лет строгого режима в колонии и так далее. А за более мелкое преступление – меньше и так далее. И все расписано. Если вы откроете уголовный кодекс, уже все предусмотрели. Государство все предусмотрело, какие будут нарушения, какие будут преступления. И уже все известно. Что, чего давать? Судье, так сказать, только там, в этих пределах он принимает решение, так сказать, по низшему, по высшему пределу брать. Или, как сейчас вот такая есть практика, очень широко распространена, ниже низшего предела. Тут и я уже тоже теряю тоже понимание этого дела, что значит ниже низшего предела. Если предел установлен в законе, отдают меньше. Ниже низшего предела. Это друзьям, что ли, своим дают? Или как понимать? Ну, во всяком случае, такая практика тоже есть. Или там появилось и широко распространилось условное досрочное освобождение. То есть приговаривают к 5 годам за очень серьезные преступления, нарушения и так далее. А после этого значит, он бумагу получает из тюрьмы о том, что он очень себя хорошо ведет в тюрьме. И через 2,5 года его, вот, по получению такой бумаги, он ее представляет снова в суд, и суд принимает решение об условно-досрочном освобождении. Ну, то есть, если он что-то нарушит в течение вот этого времени оставшегося, которое он не отсидел, то его вернут назад в тюрьму, уже не занимаясь специальным рассмотрением этого дела. То есть, так сказать, он досиживает свой срок. Поэтому, когда говорят, вот он приговорен к 10 годам, значит, сидеть будет 5. Когда говорят, к 5 приговорен, значит, сидеть будет 2,5. А к 2, значит, год. Поэтому, когда за взятку, допустим, кого-то приговорили там к году, он через 1/2 года выйдет, это у него будет как заработки. Он был как бы на заработках, получил большую взятку. Ну, это как бы вы съездили на север, там, добывали какие-то полезные ископаемые или лес. Ну и как всегда, потом отдыхаете 1/2года. Вот он потом 1/2года отдыхает в тюрьме, не тратит нисколько денег. Потом выходит и, так сказать, он распоряжается уже полученным богатством. Так, вот дальше. Право – это возведенное в закон воля господствующего класса. А класс что такое? Ну, господствующий – понятно. Тот, который эксплуатирует другие или подчиняет другие классы. А что такое класс? Группа людей, которая определяется по положению. Вот, совершенно четко. Группа людей, которая определяется по положению в производстве. Значит, теперь вот это определение, которое мы записали про право, оно уже теперь не содержит неизвестных элементов, правильно? И теперь можно сказать, что оно вот дано. Потому что если там есть неизвестно, что такое закон, ну тогда получается это неизвестно. А если известно, то вот это определение у вас уже есть. И вы его полностью знаете, что такое. Так, вот теперь дальше. Дальше вот есть такое понятие, как бунт. Бунт. Как вы понимаете, что такое бунт? Протест. А? Протест. Протест. А что такое протест? Чем отличается протест от восстания и от революции? Вот у нас это очень сейчас широко распространено, очень актуально. Значит, у нас протестные действия, мы будем выступать с протестными действиями, мы заявим протест. Вот вы меня бьете, а я протестую. Вы у меня все отнимаете, а я протестую. Я даже не сопротивляюсь.
Сопротивление – это более активное. Сопротивление тоже пассивное. Такая деятельность. Почему? Потому что я не ставлю никаких задач, я их не решаю, а вы, так сказать, такая активная сила, которая на меня наступает, у меня что-то отбирает, меня угнетает, а я сопротивляюсь. Вот, скажем, у советского народа и у Красной Армии была задача победить немецкий фашизм, фашистскую Германию. И освободить человечество от фашизма. Да? Это не задача сопротивления, правда? Это задача победы. А вы возьмите Бельгию. Я был в музее антифашистского сопротивления. Может ли Бельгия поставить такую задачу, в силу размеров этой страны, победить немецкий фашизм? Как-то там такие мысли в голову, видимо, и особенно и не приходят. Это вот судьба просто малых стран. Малые страны такую задачу решить в принципе не могут, поэтому как можно ставить задачи, которые вы не решите? Это участвовать, так сказать, вот, в разгроме фашизма они могут. Или сопротивляться. Вот сопротивляться и есть, как известно, в разных странах было движение сопротивления. Что значит движение сопротивления? А вот что-то там напортить, испортить, там подсыпать, может быть, в горючий песок, чтобы танки хуже ходили или не заводились. Или еще что-нибудь поджечь, сломать, взорвать и так далее. Которое не приводит и не может привести к победе. А может, так сказать, вот я буду вам всякие пакости делать, буду сопротивляться. Вы будете меня угнетать, а я буду, значит, там нарушать. Я буду сопротивляться. И гордо говорит, я вот, у меня движение сопротивления. А уж протест это еще хуже, чем сопротивление. Что такое протест? Протест это значит, ничего я не делаю. Ничего. И делать ничего не буду. И люди, так сказать, пошли, попротестовали, и тем самым отчитались и считают себя борцами. А где тут борьба? А нет тут никакой борьбы. Потому что протест вообще не форма борьбы. Протест – это форма отказа от борьбы. Я протестую. Гордо так вот. Пришли у вас, так сказать, взломали квартиру, вытаскивают у вас мебель, вот. Спокойно. Вы сейчас несут пианино, а вы стоите и говорите, я заявляю решительный протест. И что? А ничего. Заявляйте. И вот если бы это не было столь распространено, сейчас вы увидите или наблюдаете все время, так сказать, у нас на политической арене протестные действия, протесты, их призывают, организуют, давайте будем протестовать. Вот, скажем, большевиков, вы не скажете, что они этим протестами занимались? Они готовили революцию, совершили революцию победоносную, взяли власть. Кому это нравится, кому не нравится, но, по крайней мере, их в том, что они протестовали, никак не заподозришь. У них это как-то не было такой задачи совсем, не позитивно. Вот, а бунт? А бунт это что такое? А вот мы сейчас, значит, остановим, будем бунтовать, шуметь, кричать, ломать, да? Ну, бунт предполагает какое? Бессознательное действие против чего-нибудь, против того, против чего бунтует. Вы против чего бунтуете? А вот сейчас мы будем против роста цен. Возьмем и все ценники сорвем, на которых написаны высокие цены. Сбунтуемся, придем в магазин и везде. Все же подготовимся, 30 человек зайдем и все цены разорвем. И что? Ну, да ничего, завтра... А им все равно завтра новые, более высокие цены писать. А мы выполнили ту задачу, которую они собирались сами выполнять. Вот. Вот если я вас спрошу, цены растут? Вот это напрасно. Вот я вот вас уже вроде бы предупреждал, что не надо так вот ловиться на... Ну где вы видели, чтобы цены росли? Ну подумайте сами. А? Да нет, конечно, их сюда повышают, никогда они сами не растут. Что вы говорите? Это же тоже фокус. Я скажу, вы извините, цены выросли. Да не выросли, это вы нахало их подняли для того, чтобы нас опустить. То есть тут нет даже понимания того, что это действие целенаправленное. Цены вообще, они сами, естественное движение цен какое должно быть? Вот если, как у нас рассказывают, у нас рыночная экономика. То есть и представляют себе не монополистический капитализм, а как капитализм стихийной конкуренции. При конкуренции что с ценами должно быть? Уменьшаться. А? Уменьшаться. Уменьшаться. А есть экономическая основа для уменьшения цен? Нет. Как нет? Есть.
Здравствуйте. Вот вы как представитель, так сказать, ну, философии культуры. Что, так сказать, является основой развития культуры? Материальной основой развития культуры. Производство. А в производстве производительность растет или падает? Ну, вы слышали про совершенствование орудия труда? Да? Что вот первопытные были, был бронзовый век, потом был железный. Чем они отличаются? Да тем, что производить новые средства производства, они повышают производительную силу труда. Это какой закон? Вот закон повышения производительной силы труда. Это закон капиталистического способа производства, коммунистического, феодального, или общесоциологический? Общесоциологический, то есть вопреки тому, что нам рассказывают эти вот все разные люди, полуобразованные, что говорят, вот оно, затраты растут. Как затраты? Как затраты растут? Затраты труда с ростом производительности труда падают. На что? На все. На все. Ну, с разной степенью, конечно, и с разной скоростью и так далее. Поэтому есть экономическая основа понижения цен? Есть. Если у нас конкуренция, если я хочу у вас выиграть, я раз и начинаю продавать дешевле, чем вы. А вы тогда, чтобы выиграть у меня, раз и начинаете продавать дешевле меня. И если у нас капитализм свободной конкуренции, если он сам сбивает цены, и это мы частично наблюдаем на таких каких-то локальных участках, как, скажем, сейчас производство там, телефонов, скажем, техники вычислительной. Да, и устройств соответствующих. Если раньше, скажем, принтер купить, это было целое, это и крупная покупка была. Но принтер был 25 тысяч рублей лазерный. А сейчас лазерный принтер можно купить за 2,5 тысячи рублей. За 2 тысячи рублей можно купить принтер. То есть понижение. Хотя, как вы знаете, эти люди, которые его производят, не без прибыли. То есть затраты значительно меньше, чем цена. Но существует у нас сейчас, какое производство у нас сейчас, какой капитализм у нас? Стихийная конкуренция или монополистический? А монополистический капитализм означает, что это и есть монопольное уже производство. Вот принтер, если я все произвожу, если я цены подниму, то вы никуда, куда бы вы ни сунулись, нигде вы не найдете других. Правильно? Раз не найдете, вы поругаетесь на меня, а заявите решительный протест, может, побунтуйте, купите, потому что больше вам идти некуда, некуда. Поэтому вот эти вот монополии повышают цены. Ну, а дальше начинается уже следующий процесс. Если на что-то повышено, допустим, на газ, на нефть, дальше она входит в издержки производства следующего товара, и по цепочке эти цены распространяются. И вот человек приходит в булочную и говорит, сколько хлеб стоит? И он уже приготовил, дед, который в войне участвовал, он приготовил деньги, говорит, на эти деньги сейчас ничего не купите вы. Как ничего не купите? Я вчера приходил, вот покупал хлеб. Хлеб уже теперь не столько копеек, а вот столько копеек, рублей. Дед говорит, ну ладно, я пошел домой, я теперь с полухи куплю автомат. Не буду я покупать хлеб. Вот, так сказать, его настроение. То есть... А все дело в том, ну, если считать, что цены растут, ну, знаете как это, вот растет трава, растут деревья, ну, как против этого? Бунтовать против этого, выступать, ну, это просто глупо. Вот вы не будете протестовать против роста деревьев? Нет. Ну, а точно так же, как можно протестовать против или бунтовать против роста цен? Ну, согласитесь. Поэтому вот такое словоупотребление успокаивает, конечно, народ. И сказать, все хорошо, ну, просто цены растут. Причем для тех, кто является предпринимателем, он это делает автоматом, так сказать, цены выросли на издержки, на сырье, он закладывает это в издержки и накидывает, соответственно, у него получается больше издержки, он прибыль ту же самую накидывает, и получается большая цена на его продукт. Значит, он от этого не проигрывает. Поэтому вы инфляцию как бы определили? Что такое инфляция? Обесценивание. А? Нет. Это повышение цен на все товары, кроме товара рабочая сила. Вот если бы на все повысились цены, то это, в общем, было бы все равно, правильно? Какая разница? Ведь смысл
Ценообразование состоит в том, чтобы обеспечить определенную пропорцию в обмене. Если пропорция не меняется, ну умножьте в 100 раз. Это какая разница? Хоть 100 раз. Возьмите сейчас, зачеркните 2 нуля. Что у нас сейчас получается? 100 рублей. Зачеркните 2 рубля, будет рубль. Что изменится? Меньше будет барахла этого, меньше будет таскать. А рубль это сделайте, вот это то, что сейчас рублевка, сделайте монету. Меньше будет монет, меньше это пересчетов, меньше таскать. А можно 3 нуля зачеркнуть? Тогда то, что 1000 рублей, будет рубль. И если вы получаете, допустим, стипендию 1000 с небольшим, дадут вам 2 рубля, будьте здоровы. А вы почитайте, как при царе там, вот на рубль, ну, сколько можно было купить. А я помню, я однажды, вот когда я был мальчишкой, и нам с сестрой родители ушли и сказали, мы жили около Парка Победы, около улицы Бассейной, доме 190, где вот рядом со шпилем. И вот, говорит, вы пойдете, вот вам 3 рубля и купите себе на обед. Мы пошли с 3 рублями и купили себе первый, второй, третий, мы с сестрой. Я вот этими деньгами распоряжался. И хорошо пообедали. На 3 рубля. И тут ничего такого необыкновенного нет, потому что и наоборот. Когда нужно было отнять средства у финансовых каких-то магнатов после революции 17-го года, то можно было прийти, вот зная, что вот у вас много денег, прийти с винтовками и сказать, а давайте деньги. Иначе, вот видите, винтовка, нет, она стреляет. Ну, все-таки там народ был поумнее, который занимался этими вещами. Он делал очень просто. Не надо этих хождений. Пусть сидят с этими деньгами. Давайте включим печатный станок и начнем повышать цены. И, простите, да, за счет того, что у нас многократно возрастает объем денежной массы, и начнет падать покупательная способность этой денежной единицы. И спички становится миллион. Вы были миллионером. Ну, пойдите, купите коробок спичек. И будьте здоровы. И эти свои мотки, которые получали люди, даже не разматывали их. Прям так и передавали. И поэтому задача такой экспроприации не средств производства, а финансовых ресурсов делать очень просто можно делать повышением цен. Это разовая мера. То же самое сделал правительство Гайдара, когда раз у людей на сберкнижке было там у некоторых там не очень богатых даже людей. Вот, допустим, 6 тысяч рублей. Это можно было на эту сумму купить автомобиль. После проведенной многократного повышения цен вы можете купить килограмм колбасы. И будьте здоровы. У меня было 100 рублей. И на них, поскольку там государство обязалось на проценты какие-то, и на них я несколько лет назад получил 3 копейки. В связи с тем. Больше потеряли. А? Больше как бы энергии потеряли. Да ничего не потерял. Это кто-то 100 рублей, чтобы была как бы вот перкнижка просто. Она есть, она никуда ни в этом смысле не потеряла. Что означает 100 рублей? Ничего. Ну я и к ничего прибавилось ничего. Что вот так. То есть понятно, вот посмотрите, не просто повышение цен, а повышение цен на все товары, кроме товара рабочей силы. То есть у кого получается ухудшение жизненного уровня? У тех, кто живет на заработную плату, и все. А у всех остальных это ничего не происходит. Так. Ну вот поэтому в этих условиях вот всякого рода такие бунты, а были бунты против повышения цен на сигареты, тогда вот было в начале 90-х годов. Потому что повышение было маленькое, когда стало повышение в 100 раз, то уже просто улыбались и смеялись. Бунты закончились. Сейчас вот если вы хотите увидеть улыбку на устах продавцов, придите и потребуйте жалобную книгу. Реакция я вам гарантирую. Говорит, дайте, что-нибудь прошу, вот есть у вас это продавец? Нет. Говорит, дайте жалобную книгу. Так сразу, так сказать, расплывается, вспоминает времена, когда было КПСС, КГБ и колбаса по 2,20. И жалобная книга в каждом. И чтобы можно было и наказывали тех, кто нарушает. Поэтому все с удовольствием это воспринимают. Так, с бунтом понятно. Здесь вот
есть такие вещи, как земельная собственность. Собственность, вы знаете, что такое? У вас собственность есть? Да. А почему вы так решили? Вы знаете, что такое собственность? Как вот вы вот так твердо решили, что у вас есть собственность, если вы не знаете, что такое собственность? Если знаете, что такое собственность, тогда ваш ответ убедительный. А если вы не знаете, как же вы можете так утверждать? Не скажите, что такое собственность, сейчас подойду, заберу планшет. Тогда, может, у вас мысль как-то пойдет более оживленно. Это собственность, то, что мне принадлежит и признано другими людьми, что это мне принадлежит. То, что вам принадлежит и признано другими людьми. Вот я вижу, что ваши волосы вам принадлежат, прическа, и признано другими людьми, что это ваши. Они у вас, надеюсь, не шиньон? Что есть, у вас есть собственность на ваши волосы? Нет, наверное. А? Нет. Нет. Почему? Потому что они вам принадлежат естественным образом. То есть собственность может быть только на то, что вам не принадлежит естественным образом. На руку может быть собственность? Тьфу-тьфу, если она, так сказать, если вы не попали в аварию. Вот, поэтому, когда вопрос еще не встал о том, а чья рука там лежит на поребрике? Вот пока не встал так вопрос, то о собственности это не стоит. Когда? То есть доказывать, что это моя голова, вот некоторых людей, вот я как-то вот рассказываю, что такое собственность, все. Понимаете, понимаю, хорошо, поняли, поняли. Но у вас есть собственность на голову? Да. А что у вас, так сказать, голова, она не природным образом своя? Это что, требуется какое-то общественное одобрение, чтобы была это ваша голова? Общественное признание? Вы правильно сказали, что это... То есть недостаток только в одном, что это то объективное условие производства, к которому вы относитесь как к своему. А к своему вы можете относиться только если общество тоже относится к нему как к вашему. Правда? А иначе как вы можете относиться к своему обществу, вам это не позволит. То есть отношение субъекта к объективным условиям производства как к своим. Вот что такое собственность. И здесь очень важно, что это не вообще к чему-то, не к вещи просто. Ну, скажите своему планшету, посвистите, и он же не жучка, он не прибежит. И он не это, и кошка, вы скажете, Мурка, иди сюда, и он не придет. В том-то и дело, что вы относитесь к нему как к своему общественным путем. И резонно считаете, что я сейчас не приду и не заберу у вас планшет. Какие у вас есть основания? Какие? Что, думаете, вот я не в состоянии его поднять, унести? Думаете, мне не тяжело. А вы, так сказать, у вас основания общественные, правда? А не, так сказать, естественные. Так, ну, понятно, что такое собственность. Есть такой вопрос, как организация труда. Ну, организация, наверное, вы знаете, что такое. А труд что такое? Деятельность, результатом которой является материальное благо. Хорошо. Каким? Непосредственным результатом или каким-то опосредственным? Вот вы мною командовали, а я землю копал и выкопал канаву. Вот можно считать, что вы выкопали канаву. Где-то деятельность у вас была, вы говорите, ну когда вы выкопаете? Ну что вы опять перекуриваете? Давайте нажимайте сильнее, глубже копайте. Так ваша деятельность подпадает под ваше определение? Как же нет? Это деятельность, результатом которой является выкопанная. А это созидательное. Вы меня именно сказали, ну хорошо, вот я там, видите, какая гора уже земли насозидалась. Нет, это не, тут недостаток один, что это непосредственным результатом, слово надо вставить, непосредственным результатом является материальное благо. Тогда это материально-производительный труд. А в противном случае это может быть труд по организации и производству, такое как деятельность по организации труда, производства. Она не является материально-производительным трудом, но она необходима для его осуществления. Поэтому, скажем, труд управленцев, как и труд дирижера, никаких материальных благ не создает, но он совершенно необходим. Всякий непосредственно общественный или совместный труд, осуществляющийся в достаточно крупном масштабе, нуждается в управлении, которое выполняет, которое
обеспечивает согласование индивидуальных работ и выполняет функции, вытекающие из движения всего производственного организма в целом. Так. А деньги что такое? Тут тоже есть деньги. Нам нужно, чтобы мы, так сказать, как вот вы изучали немецкую идеологию, и что же остались такие понятия, которые не разобраны, это непонятно. Что же вы так изучали? Деньги что такое? Средства обмена. А? Средства обмена. Средства обмена. Не очень понятно, что такое средство обмена. А что такое средство обмена? Средство обмена, может, это лоток, для которого это средство, для чтобы менять, надо, чтобы иметь какое-то средство. Я стою вот на этот столик, и этот столик – это средство обмена. А вы на этот столик кладете то, что вы принесли, а я кладу то, что я принес, и мы с вами меняемся. Стол – это средство обмена. Согласны? Банк, который средство обмена, туда пошли, там, это туда сдали, это сдали. Нет, это неправильное определение денег. Ну, средство обмена труда, это материальные блага. Почему я могу? Уже труд у меня воплощен. Я вот сделал ботинок, а вы сделали авторучку. И тут труд уже овеществленный, и у вас труд овеществленный. Мы меняем, вы считаете труд на труд. Конкретный труд один, на конкретный труд другой, но в виде уже продуктов, в виде товаров. Значит, давайте откатимся тогда назад. А что такое товар? К более простым категориям. Согласны, что товар более простая категория, чем деньги? Да? Сначала. Что сначала, что потом? Сначала просто товар появился. Что такое товар? Товар вечен или не вечен? Не вечен. Не вечен. То, что вечно будут товары? Нет. Или вечно были? В первую очередь, вообще на коммунизме были товары? Вот поймали мамонтон товар. О, хороший товар, большой товар. Жирный товар. Нет, это не товар. Что такое товар? Продажа, должен вам доложить, это обмен товара на деньги. А деньги – это более сложная категория. А более простую категорию объяснять через более сложный – дурной тон. Это противоречит науке. Так что это не проходит. Надо объяснять более сложную категорию через более простые. Согласны? Потому что что такое сложное? Сложное – это сложенное из простых. Значит, тогда, ну, значит, поскольку у нас все-таки занятия учебные, то есть если вы не отвечаете, то я отвечаю. Товар – это продукт. Самое простое определение, самое первое определение – это продукт, поступивший в потребление через обмен. Вот вы эту ручку сами сделали или что-то на нее сменяли? А? Значит, она поступила в потребление ваше через обмен. А обмен вы знаете, что такое? Тут же опять мы еще не решили проблему. Если вы скажете, что такое обмен, то мы дошли до дна. А если нет, то и нет. А что такое обмен? Вот. Туда иных объектов собственности на основе свободного договора или соглашения. Вот если так, это имело место, тогда это товар. А вот поскольку вначале это просто продукт, поступивший в потребление через обмен, этого достаточно. И такая, вот такое есть утверждение у Маркса в «Капитале», очень такое странное на первый взгляд, что товарное обращение предшествует товарному производству. Еще производства нет товарного, а товарное обращение есть. Может такое быть? Вот такая фраза. Товарное обращение предшествует товарному производству. Как такое может быть? Очень просто. Вот вы сорвали яблоки и несете яблоки. А я с корзинами иду. Две корзины у меня. А вот вы там держите эти яблоки.
И вообще неплохо было бы вам так. Смотрите на эту корзину, на мою. Зачем ему две корзины? Дал бы он мне одну корзину. А я смотрю, я иду как дурак с двумя корзинами, а вот девушка с яблоками. Вот, дала бы она мне половину яблок. И я подхожу и говорю, а вот не хотите ли вы поменяться? Давайте я вам дам корзину. Хорошая корзина, только что сплел. А вы мне дадите половину яблок. Все равно у вас сейчас вот еще пройдете, они вся у вас рассыпятся и в грязь. Вы подумали, подумали и отдали мне половину яблок. А я за это отдал вам корзину. Вы просто положили корзину в яблоки. Теперь вы идете с корзиной в ней яблоки, и я иду с корзиной в ней яблоки. Красота. Так, что состоялось? Вы когда производили, вы для обмена производили или нет? Нет. Вы что, вы яблоки просто сорвали, чтобы съесть. А я? А мне нравится плести корзины. Думаю, кому-нибудь подарю. Вот. И тот, ему понравится. А тут и вы с яблоками. Вот я их поменял. То есть мы производили не для обмена. Ну просто вот они перешли, вот эти продукты, в потребление через обмен. Это товары. Такое уже товарное обращение прошло, а производства не было товарного. Производство было, но не было товарным. Не было производством для обмена. А вот а товарное производство – это производство для обмена. И вот теперь вы решили, не пойти ли мне в лес? И не, так сказать, не нарвать мне еще этих хороших вкусных яблок? Еще на что-нибудь сменяю? А я подумал, не сплести вы мне корзину, может, еще кого-то встречу, кто-то что-то несет, а ему тяжело. И я с ним поменяюсь. И это уже что начинается? Товарное производство. Вот производство товаров начинается, и поэтому товарное обращение предшествует товарному обращению. Вот теперь я задаю вам вопрос в лоб. А деньги – это товар или нет? А то вы как-то так, средства, обмена. Товары или нет, деньги? Да, вот. Это меняет дело, правда? Теперь так, только остается выяснить, какой товар является деньгами. Не всякий же товар деньгами является. А какие вот товары исторически выступали в роли денег? Не помните? В России писцы, вот человек приходил не с кошельком, а у него здесь на поясе висели эти белки, там и шкурки других пушных зверей, соболей. Вот я прихожу, а вы, а у вас пироги вкусные. Сколько вы мне пирогов дадите за одного соболя? А соболь вам вообще не нужен. А вы мне все равно пироги отдали за соболь. Почему? Потому что соболь имел всеобщее хождение. То есть вы на этот взяли этот соболь, пошли теперь куда-то к другому, к сапожнику, и он вам туфли сделал за соболя. Вы сразу смекнули, сейчас соболь мне пригодится, я пойду и... То есть это что такое? Это всеобщее средство обмена. Товар – всеобщий эквивалент, а не вообще товар, не любой товар, а товар – всеобщий эквивалент. Потом, когда развилось более-менее производство земли, еле развилось, стали молоть муку, и в ходу были мельничные жернова. Ну, как вы понимаете, вот мельничные жернова стали всеобщим средством обмена. Почему? Они все ценили и уважали. Они всем были нужны. Это ценность. Вы обладаете этим мельничным жерновом, значит, вы его можете отдать мельнику, и он вам много-много муки смелит, правильно? А попробуй кто-нибудь сделает этот мельничный жернов. Это трудно сделать. Камень круглый должен быть, так сказать, с отверстием, чтобы устанавливать. Вот. Другое дело, что в кошелек вот неудобно было класть. Деньги, это деньги были. Ну, сказать, я беру, эту, когда я у вас получил, что-нибудь вам продал, продал я вам много капусты и получил мельничный жернов в обмен. И я вашу фамилию-то стер там и написал Попов. А он как стоял этот жернов около вот, в каком-то месте. Так и стоит. А потом я пошел и, так сказать, решил у вас что-то купить другое, что вы делали. Значит, я получил от вас этот продукт, а вы стерли фамилию Попов и написали свою фамилию. Все дела. И хорошо, не надо ничего таскать туда-сюда, носить. Потом
на роль таких вот всеобщего эквивалента выделились такие товары, как металлы, медь, серебро. Рубль – это что? Слово, что означает рубль? Ну, это вот для культурологов, как это надо это изучать. Рубль, это, то есть рубили, да? Отрубили кусок серебра. Вот рубль. Ну, как фунты стерлингов. Фунты нам взвешивали, а это рубль. Потом да еще надо было найти такой товар, который в малом так объеме своем, при малом весе, заключает большую стоимость, чтобы можно было за него получить сразу много других товаров. Правильно? Логичное развитие вот этого самого денег. И на такую роль выдвинулось уже не серебро, а золото. А золото вот имеет недостаток. Так сказать, золото туда ходило, и этот кусочек, кто-то от него по дороге начинает откусывать или, так сказать, стирать, или оно само стиралось. Поэтому начали чеканить. Цари и князья начали упускать отчеканенные, то есть где вес был зафиксирован. Но все равно стали откусывать эти. Вот если от монеты откусить золотой кусочек, то она что, перестанет эту функцию выполнять? Все равно на ней написано номинал. А потом и цари поняли, что вообще-то можно и меньше веса туда дать, а написать на ней ту же самую величину, которая раньше была, и пройдет. И начали уменьшать. А потом поняли, что можно и монеты вообще не из золота делать. Главное, чтобы всегда можно золото сменять. Зачем золото подвергать такому испытанию? И вместо денег появились представители денег. Представители денег. Какие представители денег? А представители денег появились. Это монеты, не являющиеся товарами сами по себе. Какие это товары? Это просто знак товара. На него можно на действительный товар сменять. Пойди за меня. А потом решили, а зачем это вообще железо тратить на это дело? Это что? Это деньги или не деньги? Нет. Это представитель денег. Можно на него деньги получить. Если очень надо, идите купить себе золотую монету или слиток. Особенно на вашу стипендию как раз много слитков наберешь. Так, вот. С деньгами разобрались мы? Разобрались, идем дальше. То есть, понимаете, какая у нас проблема? Что вот люди изучали немецкую идеологию, и выходит, что некоторые категории, которые там употребляются, они не понимают, как тогда они изучали. Как они, так сказать, что значит за анализ такой классических текстов, если они не знают то, что, о чем там идет речь, не понимают. Так, что еще есть? Вот мораль. Что это такое? Это правило, определяющее отношения между людьми. Что-что? Правило, определяющее отношения между людьми. Право? Правило. Правило, определяющее. А если я их нарушаю, то что? Нарушил. Правильно поступаю. Поступаю морально. И что? И что? Ну чем они, эти вот правила вот, поддерживаются, чем сохраняются, чем? Поощрение или наказание. Ну, здрасте. Какое наказание? Ну, какое наказание? Ну, вот веду себя морально. Какое наказание? А вы морально, какое вам поощрение? Кто это вам будет давать поощрение? Никто вам не будет давать поощрение. Кто меня будет наказывать? Никто не будет наказывать. Вот вы сразу скатились на право. Право, возведенное в закон, воля господствующего. Закон. Если это правовые нормы, то за них предполагается наказание государственное. Правильно? Если их нарушают. А если я нарушаю какие-то моральные нормы, какое у меня, какое тут наказание будет? Скажите, пожалуйста, какое? Есть наказание. Какое? Сказать? Общественное осуждение. Вот вы смотрите на меня с осуждением.
я скажу, как это вы не знаете, что такое мораль? Ай-яй-яй, вы не знаете, третий курс, культуролог, и не знаете, что такое мораль. Вот и все. Какое еще осуждение? Другое дело, что поскольку у нас государственный университет, вот незнание категории, это уже не, тут и не моральная категория, а уже правовая. Как это вы не знаете, у нас зачет будет, нет, не знаешь, не зачет, и все. Не зачет, отчислили. Это что такое? Это норма права. Это у нас не моральные отношения. А если просто кончается дело, то ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это мораль. То есть это такие нормы общественной морали, нравственности, которые поддерживаются общественным одобрением или осуждением, а вовсе не силой государства. Государство там мрет или нет, в конце концов? Какую перспективу государства? Ну, Маркс и Энгельс считали, что там мрет. Ну вот, хорошо, вы как вообще настроены в отношении этих перспектив человечества? Оно все время будет делать нарушения, такие преступления, ужасные поступки? Или придет такое время, когда не потребуется таких серьезных мер наказания, но будет просто под воздействием общественного одобрения или общественного осуждения соблюдать общие правила человеческого общежития. И приступы, и они станут привычкой. Вот мыть руки перед едой стало привычкой, да? Чистить зубы стало привычкой. Почему не может быть стать привычкой соблюдение общих правил человеческого общежития? Может? Может. Если это станет привычкой, нужно будет государство? Государство – это же машина насилия для того, чтобы наказывать людей. А нравственность отомрет? Нет. И вот как раз нравственные нормы, они останутся и будут, и регулировать будут отношения между людьми. А государства не будет. А что такое государство? У нас тоже есть такая категория. Сразу за деньгами тут стоит. То, что стоит над обществом, обладает политической силой. Вам слово «политическое» очень нужно здесь? Я думаю, хватит, если силой принуждения оно обладает. Стоит над обществом, и... Но оно хоть и стоит над обществом, мы в то же время знаем, что оно и коренится в обществе. Но это государство, оно классовый какой-то инструмент или нет? Какого класса он инструмент? Господствующего класса. Вот это организация господствующего класса для подчинения этому классу всех членов общества, включая и членов этого класса, если они там будут выступать против общих интересов класса. Но это организация, которая обладает силой принуждения, обязательно. Если это она не обладает силой принуждения, то разговор разговаривает, никакое это не государство. Правильно? Так. Вот тут мораль, общение, теория эксплуатации. Что такое эксплуатация, вы знаете? Не знаете? Вот у вас родители есть, вы их трудом пользуетесь. Значит, вы эксплуататор? Да. Ну, правильно. Как вы легко сразу... Это вы же не только себя так поставили в такое положение, вы же родители обвинили, что сейчас придете... Скажем, я позвоню вашим родителям, скажу, они считают, вот ваша дочь считает, что вы эксплуататоры. Вот, то есть, что она эксплуататор. Так, кто у нас эксплуататор получается? Вы, что ваша дочка эксплуататор. Да? Ну вот. И что, они вырастили эксплуататора в вашем лице? Значит, для этого надо что? Как из этого выйти положение? Надо точно знать, что такое эксплуатация. Эксплуатация – это присвоение чужого, ключевое слово, чужого не оплачено, чужого. Это же свои люди, можно и верхом ездить на родителях, что такого? И ездит, пока маленький, разве не ездит? Поэтому, если вы скажете, вот, мы столько трудились, мы в нее столько вложили, говорит, так это ваша дочка, чего вы пришли? Вот и все, никто же разговаривать не будет. То есть
присвоение, так сказать, труда своих родственников не является эксплуатацией, а вот присвоение близких родственников, а присвоение чужого неоплаченного труда – это эксплуатация. Так, понятно. Что у нас по времени? У нас через 10 минут будет перерыв, да? Так, вот. У нас тут есть такой раздел, как коммунизм, социализм, гуманизм. В конце там строительный камни социализма. А еще и раньше есть. Вот коммунизм. Еще в разделе Фейербах. Что такое коммунизм, вы можете сказать? Тоже на эту тему разговоры всякие разговаривают люди. Кто против коммунизма, кто за коммунизм. А что такое коммунизм? Можно уже и узнать бы, что это такое. Что такое коммунизм? Слышали такое слово? И что это? Тут сейчас коммунизм? Нет, а что сейчас? Капитализм. Ну давайте тогда выясним, что хочет сейчас. Какой капитализм? Наверное, капитализм проще, чем коммунизм. А? Нет. Как нет? Ну, в каком-то. Что вообще первично было? Что вот человечество сначала жило при капитализме или при коммунизме? Коммунизм. При коммунизме. Значит, коммунизм вообще-то проще. А с другой стороны, коммунизм, который на базе капитализма возникает, конечно, сложнее, правда? Потому что он является результатом снятия капитализма и включает в себя этот самый капитализм, так сказать, как все его завоевания. Поэтому, так вот, а что такое коммунизм вообще? Ну, это общественный строй. Какой? Налетай. Равный доступ. Это он. Равный доступ. Как вот так у вас витиевато. А нельзя сказать, что коммунизм – это строй, основанный на общественной собственности, на средства производства. Не на материальные блага. Зачем вот мне вам нужен равный доступ? Вот вам нужен мой доступ к вашей зубной щетке. Вам зачем это? А? Но из вашего определения это же вытекает. Равный доступ к материальным благам ко всем. Да это не надо для коммунизма. Мне не нужен равный доступ там, к вашей авторучке, к вашему планшету, к вашей там, одежде и так далее. Странно, зачем это нужно, этот равный доступ? То есть вот такие на почве таких вот определений возникают такие дикие какие-то концепции коммунизма. И, соответственно, аналогичные концепции антикоммунизма, которые, так сказать, построены на неправильном понимании того, что такое коммунизм. Коммунизм – это просто общество, основанное на общей собственности, на средства производства. Или на общественной собственности, на средства производства. И все. Это как-то перекликается с тем, что вы сказали, что какое-то тут равенство должно быть. А равенство какое должно быть? Что ни один человек не исключен из общества, которое имеет в своем достоянии средства производства. Потому что вот представьте себе такую ситуацию, что все имеют общественную собственность, все имеют собственность, общая собственность у всех, кроме вас. Это какая собственность будет у всех у этих? У нас, у всех, кроме вас, какая будет собственность? Общая. Так у нас-то общая, а общественная будет? И вот частная будет у нас. У нас будет частная собственность. То есть, если вы берете собственность части общества, то это будет, неважно какой, маленькой, большой, непременно все общество должно быть взято. Если вы берете собственность части общества, это уже собственность частная. Неважно, большой или малой части. А следовательно, общественная собственность, когда собственность всего общества. Собственность всего общества является общественной. Поэтому это очень простая категория коммунизм. То есть коммунизм предполагает общую собственность
Это строй, основанный на общественной собственности, на средства производства, и все. На средства производства. А насчет предметов потребления, потому что нужно, чтобы это средство, предметы потребления были в собственности общества. Да ешьте на здоровье свою булочку. Зачем ее нужно в общественной собственности держать? То есть это совершенно не нужно. Это никакого отношения, в общем, к коммунизму не имеет, такое понимание. Поэтому вот было такое понятие, там, представим, как личная собственность. Личная собственность, в отличие от частной. Но есть общественная собственность, есть личная, непосредственно на то, чем, что вы употребляете, чем вы располагаете, которое из общественной собственности, оно в общественной собственности вообще не находится. Но это не противоречит коммунизму, правда? Потому что коммунизм определяется по отношению к собственности на средства производства. Или собственность на средства производства общая, тогда это коммунизм. Или собственность на средства производства частная, тогда это или феодализм, или капитализм, или рабовладение. Так, ну вот с коммунизмом мы разобрались. И ничего другого в определении коммунизма нет. Все остальное это можно там напридумывать и так далее. Ну, понятно, что вот из этого определения вытекает уже цель производства при коммунизме какая. Раз это общая собственность, значит, это будет развитие отдельных людей, части общества или все общество? Всех. Всех. Поэтому цель производства формулируется так, что это обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Всех, непременно. А если некоторых членов общества, это не... Никому нет. Это даже не соответствует. То есть это выходит средства производства общие, они не используются как общие. А получилось, что плоды от этих средств производства одним попадают, другим не попадают. Одни развиваются, другие не развиваются. Поэтому вот эта вот цель производства, она прямо вытекает из понимания вот этого строя, как строя, основанного на общей собственности, на средства производства. Всех. Ну и те, скажем, в нынешнем обществе, которые имеют лучшее положение, они как-то относятся к этой идее не очень хорошо. Вот если бы я имел гораздо больше, чем у вас, доходов, средств производства, не очень мне бы понравилось, что я должен с вами поделиться. Это как-то естественно, да? Понятно. Поэтому, скажем, удивляться, что вот представители там, господствующего класса, они вряд ли так будут хорошо относиться к самой этой идее. Ну, они как бы ее, эту идею не запрещают, она идея эта фигурирует, но она как бы не является, так сказать, такой идеей, на которой строится нынешнее общество. А капитализм что такое? Мы же при капитализме живем сейчас. Вы знаете, что такое капитализм? Строй, основанный на частной собственности. Нет, это не определение капитализма, потому что и рабовладение – это строй, основанный на частной собственности. Вы утверждаете, что у нас, что ли, рабство? Хотя некоторые у нас, говорят, наемное рабство. Я говорю, ну зачем вы это слово употребляете? У нас не наемное рабство, у нас свободные люди. Они свободны, пришли и продали свою рабочую силу. И не крепостное право. Говорят, у нас сейчас феодальные отношения. Не слышали такие? Я таких многих знаю, деятелей. Какое феодальное? Что у нас, крепостные есть? Нет. У нас, это же завоевание вообще, вот буржуазный строй, была же буржуазная революция. Так, она провозгласила свободу от крепостнических отношений, а уж рабство сам давно похоронили. Поэтому, как бы сейчас давать такое определение, под которое подпадает вообще все, это неправильно, это не определение. Это вы не выделили. Определить – это значит положить пределы, определить. А у вас беспредельное такое высказывание, то есть подпадает под него и не капитализм. А капитализм что такое? Вот вам понятно, что такое товарное хозяйство? Товар, вы же знаете, что такое? Продукт, произведенный для обмена, да? Вот. Так вот, определение самое простое, концентрированное. Определение капитализма такое. Всеобщее товарное хозяйство. И все. После перерыва я это, на этом остановлюсь, разъясню. Это очень важно. Вообще хорошие надо иметь определение, все краткие. Не размазывайте их по тарелке, что вот такие невозможно в голове удержать, а наоборот, запомнил это и все. Так, хорошо.